Всем привет! Сегодня я буду готовить праздничный салат с крабовыми палочками. Понадобится мне для его приготовления пекинская капуста, либо один маленький кочан, либо половинка большого. Сыр твердый, ну типа российского, грамм 100 буквально. Крабовые палочки 250 грамм, майонез для заправки и банка кукурузы 425 миллилитров объемом. Капусту нам нужно разобрать на листочки и мелко нашинковать. Крабовые палочки мы почистили. Пару штучек можно отложить просто для украшения, а остальные уже нарезаем. В принципе, можно произвольно, но вот я нарезаю не таким небольшим кубиком. Сыр натираем на крупной терке. В салатнике мы смешиваем кукурузу, крабовый. С кукурузой мы сливаем всю жидкость. Все немножечко взбодрим. Все, теперь мы заправляем майонезом. Все перемешиваем. Все тщательно перемешиваем. После этого можно попробовать при желании подсолить, если что-то вдруг не хватит. Сверху мы засыпаем сыром. Это вот если так на праздничный стол делать. И крабовые палочки нужно порезать просто для украшения. И просто такой длинненькой соломкой. Ну это в общем по желанию, можно и на кубики так порезать. Кому как нравится. Этих украшений вполне достаточно. Ну, примерно вот так. Очень просто, очень быстро, вкусно, празднично. Попробуйте сами приготовить. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.